Всем здорово, друзья, с вами Сёма, и сегодня мы играем в игрушку под названием Endless Nightmare. Уже было прохождение по этой игрушке на моем канале, и так, это вроде третий видос уже будет. Так, конечно же, обязательно подписывайся, если ты новый зритель, ставь лукас, пиши коммент, и мы погнали. Так, встаем с кровати. Надеюсь, все сохранится. Прежние эти. Давайте промотаем сразу. Так, все, погнали. Найдите значок. В смысле значок? Вы серьезно опять его искать? Не, ну это тогда бред, если опять все по новой начинать. Так, погнали. Если все по новой, придется проходить, а потом. Так, тут открыто. Да, тут открыто. Так, заходим. Я помню, тут что-то важное было. Так, это мы собирали, да. Закрыто. Радио выключаем. Лутаемся тут. Тут ничего в тумбочке. Так, идем дальше, на второй этаж. Криповые звуки люстры этой, как всегда. Так, коридор на втором этаже. Вот эта штука-то открывалась. Так, нам надо сюда значок. Погнали. Так, это чем? Я понял. Так, а кто там-то дверь эту ломает? Что за дичь? Понятно, там кто-то есть. Кто-то долбится. Так, заходим в ванную. Тут я помню, что-то было. Так, от шокера часть. Так, это не надо, это чтобы привлечь ее внимание. Пес наш за нами ходит. Так, погнали дальше, по-быстрому облутаемся, пока эта чучело не пришла. Блин, я не помню, где значок этот его. В какой комнате и на каком этаже. Вроде тут... А, вот он. Так, все, берем. Так. Круглый ключ. И все. И вот она тут начинает уже ходить. Так, друзья. Ну, мы делаем вот так. Мы берем. Кидаем туда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А она вот так решила. Так, тихо-тихо, она очень медленная. Так, это нам на руку. Идем сюда. Тут мы все забрали, да? Давайте вот это возьмем. Так, ее нету. Так, давай туда кинем. Блин, хотя нет, нам надо сюда вот идти. Блин. Я не залутаю ни хрена, если она так будет ходить. Я понял, она кругами наяривает тут. Как легкоатлет, черт. Не, это кринж какой-то, серьезно. Ты, может, сюда отойдешь? Да блин, она не отходит. Уходи, уходи, молодая. Мать, ты чё, совсем? Прячься, чтобы избежать преследования. Так, а где она? Так, ну да ладно. Давайте заходим. Тут, я помню, части шокера надо использовать. Так, теперь нам надо бежать на первый. Я даже что не поворачиваюсь, потому что она там. Так что бежим, друзья. Блин, блин, куда спрятаться? Куда? Надеюсь, тут не тупик. Дверь, откройся. Нет. Так, сюда валим. В начало самое. Сидим. В третий раз, друзья, как вы понимаете, я уже научусь эту игру играть. Так что все отлично, сейчас, думаю, будет. Пройду. Так, пес, ты не гавкай. Так, ну можно, наверное, выходить. Она ушла. Скорее всего, сюда не пойдет.
Так, а тут у нас ничего нету? Ты чё, она идет? Так, блин, надеюсь, она сюда не пойдет. Так, а тут ключ-то можно использовать? Не-не, он не подходит. Блин, ну это ненормальное где-то ходит. Можно открыть отверткой. Блин, а отвертку я тоже находил. Тут вроде в прошлой части. Блин, почему тут не засейвилось, я не пойму. Я тут уже ходил, там будет этот, как его. Еще часть от шокера. Если я не ошибаюсь. Вот, отвертка, отлично. Берем ее. Ё-моё! Пипец. Такая сюда не идет. Вроде не идет. Так, открываем, используем. Часть забираем. Корпус уже целый. Так, пошлите сюда. Так, а это что? Так, там прятаться и заметка. Не забудь покормить Бани. Но это мы читали в прошлой серии. Кто не видел, друзья, чекайте. Опа-на, а вот это мы не открывали в прошлой серии. Так, а как тебя... Ой-ой-ой, бежим, бежим, бежим. Нет-нет-нет-нет-нет, бежим, 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 бежим. Черт. На телефоне, друзья, неудобно играть, я не знаю где. Нет. Иди от меня. Давай, 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 быстрее, быстрее, офицер, беги. Не, это жесть. Офигеть. Чё, она все отвалила от нас? На индикаторе давления аж какие-то мозги показывают. Не знаю, хорошо это или плохо. Но пока зелененьким, вроде все. Может даже... Так, пойдемте. Нам надо теперь на второй этаж. А, блин, она, зараза, это на второй пошла. Чё, давай тогда на первом еще полутаемся. Так, это чё? Это нам не надо, это чтоб разбить, да? Так, тут вроде больше ничего залутать нельзя. Это хорошо. Так, идем дальше. Шкаф прятаться. Вот, тумбочка. Там ничего нету, понятно. Что тут ничего залутать нельзя. Так, телевизор давайте вырубим. Так, кто звонит-то опять? Так, вообще у нас сейчас по сюжетке исследовать комнату и найти улики. Опа-на, отлично, заряд шокера. Только какую комнату, я не знаю. Похоже, это ненормальная. Нет-нет-нет, бежим, бежим, бежим быстро. Офигеть, как она нас не сцапала, я не знаю. Погнали наверх. Быстро, быстро, по-быстрому. Блин, чисто надурили. Так, по красоте, друзья, собираем. Используем. Так, это не все, да, использовать. Шокер. О, типа я могу ее сейчас станет или что? Давайте попробуем. Так, ну что, давай, иди сюда. Нет, блин. Почему не работает? В смысле, нет зарядов? Да как? Нет, 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 нет. Это плохо дело. Не, похоже, он один заряд, что ли, только был. Я его просрал. Не, ну это плохо. Блин, я помню, вот часы надо что-то тут лутать. Использовать. И... А, тут не хватает, наоборот. Сюда надо донести, так сказать. Так, тут 237 цифры. Так вот, что-то есть. Лекарство. Помочь вернуться куда-то там, может оно в норму или что. Так, давайте в шкафу посидим, она тут где-то шастает. Молодая это. Так, вон она. Я понял. Выходим. Так, тут мы открыли, да? Она, получается, пошла... А, она вон там уже, что за дичь? Что за дичь происходит? Давай в шкафы быстро. Так. Блин, пипец, я еле успел. О, так, тихо-тихо-тихо. Не должна увидеть, не должна. Дали бы нам какой-нибудь мачете, как у нее там, чисто такой. Она с кухонным ножом таким большим ходит. Так, все, можно вылезать. Пронесло. Тут ничего нельзя лутать. Тут ничего нельзя. Так, коробки какие-то. С
Склянки, банки. Так это что? А, ну это мы уже читали, да? Так, а тут нам больше нечего делать. Пошлите вниз. Может, нам вот эту дверь еще надо открыть вот под лестницей. Тут комната. Но я уже ее открывал, только я говорю, я не помню, не сохранилось. Мне сейчас все по новой, друзья, надо делать. Так. Эти кринжовые звуки. Лампы. Так. Мы ничего не можем тут использовать. Это бред. Сюда мы не можем? Нет. Туда мы не можем. Так, она там где-то шастает. Оттуда мы пришли, самое начало. Тут мы уже все проверили. Я шокер уронил. Так, давайте кидаем. Да ну, она меня не видит. Давайте минусанем по-тихому. Нет, да почему? Не, не все сначала. Отлично. Так, все, валим отсюда. Может быть, что мы близко к спауну? Найдите улики. А какую комнату ты должен? Где находить улики? Вот здесь? Это опять эта склянка. Мне она не нужна. Подпугивать ее там. Эту чертовщину. Так, телек надо выключить. Сильно шумит. Цель. Исследуйте комнату и найдите улики. Я не могу понять эту комнату. Ром, ты можешь потише быть? Какие улики тут найти? Давайте сюда заглянем. Может, в этой комнате. Тут ничего нету. Надо сюда прятаться. Куклу нельзя взять. Эту не эту куклу нельзя взять. Мы уже все искали. Может, в картинах. Так, нет, это то опять. Ой, блин, как ты меня достал, этот монстр или кто-то, дьявол там, я не знаю. Демон. Пошли на второй этаж уже. Пусть она там ходит, долбится. Так, пошли к часовне к этой, подойдем к часам. Не хватает шестерни. Блин, а я не помню, где я ее находил. Или я ее вообще... Не, я вроде помню, находил или... Блин, я говорю, пипец. Все по новой проходить уже все забыл. Тем более другие игры, другие проекты еще. Газетная статья. Это нам просто почитать. Это нам никуда не пригодится. А, вот. Вот шестерня, да? Да, по красоте. Так, друзья. Да ё-моё, а как меня это бесит? Всё, я тебе уже говорила. Мне как теперь? Мы приехали, мне убираться надо. Так, погнали. Где она? Да ё-моё, а как мне пройти-то, я не пойму. Так, куда она? Не увидит нас здесь. Так, не заходи сюда. Да ну. Да ну. Не видит. Блин, она пошла туда, куда мне надо. Так все по красоте. Так, я не понял, где мы это. Чё? Нас опять куда-то переместило. Ладно, пошлите туда. О-о-о. Застопорило нас, похоже. Офигеть. У меня чуть телефон не упал. Так, ладно, друзья. Сейчас залезем в шкаф, и на этом мы будем заканчивать. И пойду потом сохранюсь. Так, всем спасибо за просмотр, друзья. Ставите 30 лайков, и будет продолжение этой игрухи. С вами был Сёма. Всем пока-пока.